Уважаемые подписчики нашего музыкального канала, канала музыканта Замбровского Сергея, продолжается перевод, значит, немецкой гармонии на русский лад. Я это уже показывал в предыдущих роликах. Вот, но работа продолжается, то есть насчет перевода. Вот эта гармония находится сейчас перед вами и передо мной. Вот, правая сторона здесь уже, конечно, переведена на русский лад. Я уже в предыдущем ролике играл чуть-чуть. Уже пробивается русский строй на правой, да? Теперь перехожу медленно, наверное, к левой стороне. Что удалось сделать? Удалось махмафрай, то есть удалось сделать свободу. Свободу для работы. То есть, только что 10 минут назад я вытащил все внутренности, все, абсолютно все, с левой стороны. Вот сейчас можно посмотреть на эту картину, что здесь получилось. Крышку снимаю. Ну, вот картина вот такая. Как видит уважаемый зритель, тут пусто. Как говорят в Баварии, махмафрай, фрай, то есть делаем свободу. Вот, значит, вот это получилась крышка, а точнее лутка, как говорят столяры. То есть свободная, тут ничегошеньки нет. Ни басов, ни постели никакой, ничего-ничего. То есть если заглянуть вовнутрь, то там только видно правую сторону. Вот это правая сторона. Вот, я имею в виду вот эти все голосовые планки. Это все правая сторона. А левая она... свободная, ничего нет, только есть одна, значит, вот такая свободная лутка. Сюда я буду, что называется, внедрять русскую систему. Вот это будет удалено мною, вот это даже, вот эта планка вся вот здесь будет удалена. И там внутри уже будет русская система, ну и, разумеется, в тональности до мажор. Так что, дорогие друзья, работа идет медленно и верно. Планирую в эти 2-3 дня закончить и играть буду уже на ней. Как она будет звучать, поэтому сам буду слушать, и вам, дорогие наши подписчики, это можно будет услышать. Итак, здесь работает музыкант Сергей Замбровский.